давненько я хотел поснимать эту экстремальную версию КРС. Лаврентий Палыч. Не помню, как его подругу зовут. Ну и их недавнее произведение. У нас снег пролетает. Довольно-таки некомфортно. Ну, им-то хорошо, понятное дело. В такой шубе. У меня такой шубы нет. Я еще хотел свитер не надевать. Надо было не то, что свитер, надо было что-нибудь вообще. Что-нибудь вязаное надеть. Ну ничего страшного. Снимаю немножечко. Вот только что пролетела снежинка. Вы видели ее, наверное. Еще один заслуженный папа нашего заведения. Вот. Прелестно. Ну, какая мощь. Ух ты ж. Бизон у них сосед. Пыхтелка, а. Что у вас, ванна в виде поилки, да? Или поилка в виде ванны? Ну да, купаться-то в таком проблематично. Это явно не бассейн. Чуть-чуть лапочкин. Правильно, коровы. Пейте, дети, молоко, будете здоровы.